Ну что, ребят, на самом деле, у нас было очень много запросов на тему, когда же к вам вернутся в студию эти маски, когда мы увидим потрясающего эксперта, который многие уже запомнили, с которым многие уже знакомы. Собственно говоря, сегодня мы волшебные феи, которые исполняем ваши желания. Многие знают эту прекрасную девушку. Всем привет! Всем привет! Да. Я напомню, Эрико. Да, Наритаки. Все верно. Да. Это потрясающий представитель компании Yaman, которая нам с вами рассказывала о новых японских технологиях, сегодня сделает и повторит с большой радостью о масках, о которых мы говорили. Вообще, Наритаки-сан, японка, прекрасно знающая русский язык, интегрирована. Скажем так, уже в Россию, ну, ты здесь занимаешься этим брендом, да, продвижением, расскажет и представит данный бренд, расскажет почему, потому что бренд японский. Yaman. Да, 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 Yaman. Мы сегодня еще раз проговорим немного о бренде, и, наконец-то, мы сегодня привезли вам новинку. Да. Раньше мы говорили с вами о масках, вот этих масках, которые, которые сейчас для глаз, для нижней части, это вторая маска была. Вообще, они, конечно, абсолютно шикарные, на себе пробовала, у нас тут в студии все были в восторге. Слушайте, это вообще какие-то новые технологии, обо всем, конечно, сегодня расскажем. Вы параллельно задавайте вопросы. Обратите внимание, что в крайнем правом верхнем углу ссылка на аккаунт в Инстаграме. Вы можете подписываться на него, чтобы всегда, вот не то чтобы нас спросить и писать, когда уже придет Наритаки-сан, а вы можете прямо в инсте общаться с брендом, задавать вопросы, читать посты. Там безумно красивый Инстаграм. Поэтому, да, друзья, наш официальный Инстаграм, да, заходите обязательно. Заходите и смотрите, во время стрима вы все и так знаете, но я вам покажу. Вы можете раз... нажав сюда, найти все те товары, о которых мы сегодня будем говорить. Да, мы с вами привыкли, что если мы говорим про маски, они выглядят иначе. Это прям косметологический аппарат, косметологический комбайн, это новинка, о которой мы с вами поговорим. Косметика, которая поможет вам добиться максимального эффекта, также представлена. Это, в принципе, новые японские технологии. Поэтому здесь и написано, что это целый аппарат. Это не как маска, как мы привыкли. Нанесла, полежала, потом сняла, все, побежала дальше. Это действительно многоразовый аппарат, который можно годами использовать. Который именно тренирует лицевые мышцы. Но сегодня мы делаем акцент на этом эфире именно на новинку Кависпа Плюс, который вот красивенький, называется такой кругленький. Так, что он делает? Во-первых, это тоже аппарат, не просто какой-то там игрушечный, да, такой. Космический. Он аппарат, который умеет делать и РФ, радиочастотный лифтинг, одновременно электромиостимуляция. Это мы уже с вами знаем. ИМС. Также, но такая же технология, как в медилифте. Да. Электромиостимуляция. И одновременно еще включается функция кавитации. Это что? Кавитация. Ну, скоро уже весна, лето, но всем нужно нам немного... похудеть. Подожди, да. А давай смотри. На самом деле у нас сегодня в рамках стрима еще будет же пару приятностей для наших зрителей. Обязательно. Да? Будут подарки. Точно. Будут подарки. Да. Вот давай, может быть, вот как раз-таки наши зрители ответят на вопрос, что такое кавитация. Интересно, да. А ты знаешь, вот ты-то эксперт, ты все знаешь. А вот я на самом деле, я не помню. Я видела что-то подобное в салоне, там вот эта вот услуга кавитации, но я, честно говоря, не, так вот сказать, что это есть, не могу. Поэтому давайте вы нам напишите лучший ответ. Будет, у нас вообще за это отвечает целая команда за кадром, мониторят чат, поэтому вы не останетесь незамеченными. Получат подарок, да, лучший, за лучший ответ наш зритель. Подарок а на сегодня. Получит? Так, косметика, вот серум для области вокруг глаз, так, вот так выглядит такой симпатичный серум в подарок за лучший ответ. Да. Так, такая кавитация. Так, у нас потихоньку собирается образование пузырьков. Но близко, очень. Близко, но недостаточно. Давайте более емко. Неплохо. Да. Вот, так, это физический процесс образования пузырьков в жидких средах. Тоже
ну, рядышком где-то, да? Хорошо, но все равно, да, хорошо, непонятно, скажем, что такое кавитация, потому что вообще, в принципе, за что тогда она отвечает и как это помогает для нас? Кавитация, это, да, это и есть не такой... Не говори. Ну, тогда пока народ собирается, давайте немного говорим о бренде. Давай. Кто такой Яман? Что такое вот компания Яман? Это лидер производства домашней косметологии, ну, этих бьюти-гаджетов в Азии. Это лучший бренд и производители. Вот видите, Яман. Мы уже в России года три занимаемся продвижением, продажей. А есть значение этого слова? Но есть разные варианты. Один вариант – это «яман» – это как себя, самоподтверждение. «Яман», да. Круто. Правда, не на японском, а не на другом, на другом языке. Угу. Но, ну, как бы есть версии, конечно, да, разные. Да. Вот, «яман», не «яман», а «яман». Да, я-ман. Уже более чем 40 лет занимается изобретением и производством именно таких косметологических специализированных гаджетов. Угу. Изначально производители... занимался производством салонных аппаратов, оборудований, которые большие. Ну, для кабинетов мы, именно, да? Вот таких вот огромных, тяжелых. Но потом уже компания стала разрабатывать эти профессиональные технологии в маленький размер, ручной. То есть вот как видите, они такие ручные, маленькие, удобные, милые, угу. Но в то же время они настолько профессиональные, что... ну, сразу можно видеть результат, ну как сразу, если то продолжительно, есть... да, заниматься, то есть они действительные, да, да, всем. То есть получается, это, условно говоря, салонная процедура, домашние, но вот, условия, да, аппарат адаптирован под домашние условия. Да, но мы, конечно, не идем на, как сказать, угу, не отменяем поход в салон красоты, косметолог, все-таки это тоже как бы святое, когда ты лежишь, тебе делают, да, ничего не делаешь. Мы бы предложили как вариант поддерживающий между угу, процедурами профессиональными, да, потому что они очень хорошо поддерживают и, ну, лучше чувствуются салонные процедуры. Но кто-то вообще в Японии очень популярно принято дома этим заниматься, угу, особенно когда такое время, ну, непростое, сложно, да, 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 записывать, еще ходить как-то. Когда ты болеешь даже, да, вот, да, ну, вообще не хочется. Времени не всегда много, там, да, работа, ребенок, там, угу, еще что-то. Поэтому это очень удобно. И мы, кстати, с тобой даже вот в предыдущих, угу, да, наших эфирах, когда встречались, обсуждали, что, в принципе, сейчас до нас доходит очень, скажем так, вот, ваши разработки, но в Японии довольно-таки давно уже занимаются вот такой вот аппаратной историей даже в рамках дома. Это, ну, довольно такая популярная история, что в Японии, что в Китае, в Корее, да, это уже такая известная тема, что каждый год, знаете, вот 11 ноября, как это? 11-11, ну, да, 11-11, да, да, это же в Китае тоже вот знаменитый такой праздник, там просто разрывается наш бренд, да, потому что это настолько популярно, что, да, все вот так дерутся между собой, чтобы Яман... Ну, мы наконец-то круто, вот привезли, да, вот нашу новинку. Сейчас вот покажем, что он делает. Хорошо. Да. Так, давай тогда начнем с него, да? Да. Кависва Плюс. Такой черненький, такой хорошенький. Сегодня у нас с нами Ксюша, модель, которую мы будем пробовать на ней, да, как пользоваться. Это вот этим аппаратом? Да. Но, правда, Ксюша такая уж стройная, красивая, ну... Но у нас у всех, можно сказать, есть, к сожалению, целлюлит. Угу. Даже у самых худых людей, даже у звезд, да, угу, вот, но, к сожалению, это происходит. Но, да. Мы берем, значит, кависпу. Так, давай, может, сразу покажем, как пользоваться? Давай тогда сразу, что да, нужно для этого и как это, но делать по этапам. Для наших всех аппаратов всегда нужен проводник. Гель, вода, лосьон, сыворотка, ну, то есть любой... То есть не на сухую просто кожу, да, да, на что-то, на средство. Любое средство, но на водной основе мы рекомендуем, чтобы не было там масла, скрабов, да. Угу. Мы вот берем наш EMS Shape Gel, он такой вот
Это для тела, да? Это для тела и лица. Ага. Можно, но он специально сделан так, чтобы хорошо чувствовался EMS, электромиостимуляция. Угу. Такой прозрачненький. Его можно вот под эту маску? Тоже можно. О! Да, он такой удобный. Так. Мы переходим на модель. Идем, да-да-да. Так, не, сиди, спокойно. Ты с какой зоны начнешь? Ну, наверное, из ручки, да. Значит, но у кого? Ну, локально, у всех, где есть проблема, туда... Да, но предположим, что у Ксюши проблема вот здесь, допустим. Ну, у многих здесь проблема. Да. Мы наносим вот так вот гель. Угу. Но лучше много... Побольше брать, да? Ну да, в то же время аппарат у нас водостойкий. Ага. Вы можете брать это в ванну с собой. То есть в ванной делать процедуру? Да, да. Потому что ну, водостойкий крепкий, что можно спустить в ванну и ничего не будет. То есть, ну, кому не нравится пользоваться гелем, то, пожалуйста, просто водичка. Либо под душ. Да. Включил душ и пошел. А, вот оно что. Включаем. Так, мы нанесли гель. Угу. Включаем Power. Оп. Здесь выбирается два режима. Body или Face. Угу. Ну, для лица или для тела? Да, мы сейчас выбираем для тела Body. А вот пишут, током не ударит, если в ванной взять под нет, воду? Нет. Это электромиостимуляция. Так, выбрали Body. Дальше выбираем интенсивности. РФ – это радиочастотные волны. Угу. РФ-лифтинг. Мы сейчас делаем, Ксюша, так, ну, двойку я поставлю. Угу. ЕМС сейчас мигает, это единица. Можно вот, это двойка. То есть это все тройка. Можно настроить. А, кстати, здесь есть еще инструкция. Конечно, инструкция на русском языке. Угу. Все написано, да. Хоп, реально, смотрите, все очень, кстати, вот доступно, панель управления объясняется, что зачем нажимать, так что вот, вы можете все сами разобраться. Да. Да, мы сейчас вот включили боди режим, РФ двойка, ЕМС, ЕМС я пожалею Ксюшу и поставлю двойку. А так значительно, да, ощущается, если так сказала? Сначала... Если кто-то никогда не пробовал ЕМС, то лучше начинать с единицы. Ага. Ну, так смотреть. Если мало, то можно добавить всегда. А ты уже на максимуме? Ну, мне бывает, что мало. Да? Так, ну ты же тоже пробовала ЕМС. Так, мы включили. Значит, берем вот так вот ладошку. Да. Очень такая удобная форма, которая вот прям вот в ладошку. Да. Так, берем. Если сильно, то сразу говори. Готова? Да. Оп. О, даже видно, как у нее мышца сейчас дергается. Это пульсация ощущается или как? Сокращаются, да? Да. Рука, ладонь даже дергается. Интересно. Да, так на одной области мы рекомендуем около 10 минут. Ага. А это утром или можно несколько раз за день, например, сделать? Вообще, как мы обычно говорим, не рекомендуем прям каждый день, там, по два раза. Угу. Ну, всему есть, ну, как сказать, в меру нужно делать. Рекомендуем 2-3 раза в неделю. Да? Да. Вот, чтобы потом отдыхало, да, тело? Да. Но, если честно, когда я хотела себе за короткий срок быстро чуть-чуть похудеть, то я делала себе каждый день, но я просто уже, человек... Подготовленный. Ну, да. Поэтому, тут можно смотреть, как ваша кожа, мышцы будет чувствовать. Но смотрите, в режиме боди автоматически включается здесь лампа кави. Это вот и есть кавитация. Да. Да, и получается, вот этот вот умный аппарат одновременно действует три функции. И РФ-лифтинг, и ЕМС, электромиостимуляция, и кавитация, и ультразвуковая кавитация. А, то есть сразу комплекс можно, да? Да. Слушайте, ну как, Ксюша? Круто. Очень необычно. Мне нравится, что у Ксюши вот кисть такая дергается. Может быть, у нее чувствительно. Я вот сделаю, например, ей единицу.
Вот. Но это не больно? Ну, это сокращение, такое, да? Это просто неконтролируемо. Да, я не могу это контролировать. Интересно. Попрошу Ксюшу сделать самой. Вот, смотри, вот так вот между пальцами. И, ну, вот как гладить себя, да, вот. Да-да-да. То есть прорабатывать зону. Вот удобно, что ты можешь сам себе это сделать? Проблемные зоны, да. Вот удобно в том, что можно брать в руки и, ну, где хочется, там и можно делать процедуру. Ну, живот, ягодицы, бедра, икры. Ну, даже сейчас вот переключим на режим face, там можно face line, да. О, второй подбородок, да, вот, ну, это вот, вот жировые вот ловушки сюда, на лице, да. Слушай, на самом деле у тебя команда, которая сейчас за кадром мониторит чат, у нас же был вопрос к зрителям, что такое кавитация доступным языком, поэтому, ребят, смотрите, ваш чат читается, все ваши ответы сейчас фиксируются, плюс ко всему мы сейчас вернемся к данному розыгрышу, потому что в рамках розыгрыша вы отвечаете на вопрос, мы не будем зачитывать все ответы, потому что их достаточно много, вы большие молодцы, все плюс-минус правильно объясняете, просто самый лучший вариант, который понравился по версии команды твоей, нам перешлют, и мы его зачитаем и объявим победителя. Собственно говоря, сейчас прямо это и сделаем. Так, по-моему, это Марта С, да? Это Марта? Или как? Имя чуть-чуть закрашено. Кавитация – это топка жировой прослойки с помощью ультразвука. Ну, хорошо сказано. Да, достаточно доступно. Знаешь, это в том плане, что сразу можно понять, очень емкое обозначение, что это такое и для чего это нужно. Да, Марта С. Марта, вы наш постоянный зритель. Продублируйте адрес электронной почты, потому что так ваш подарок дойдет к вам быстрее. В подарок вы, собственно, получаете гель, да, для вокруг глаз. А, это серум. Серум, да. Да, это сыворотка против для кожи вокруг глаз. Вы не забывайте, что сегодня помимо подарков классные скидки для вас предоставлены, потому что все, что мы скидки суперские. Смотрите, вот сейчас как, зайдем. Как никогда, да. Да, Марта С, это вы, вот напишите адрес электронной почты или Инстаграм. Смотрите, переходим сюда. Скидки какие крутые. Скидки, да. Скидки 15 для нашего бренда, это что-то. Да. Ну, это вот в честь Дня влюбленных, можно сказать, скоро будет, поэтому 15% скидка на новинку, это только сейчас, только на 3600, зоне. Да. И смотрите, да, вы можете, например, я понимаю, что мы с вами, собственно говоря, впервые знакомимся с такими аппаратами, это полноценный косметологический аппарат, который вы можете использовать в домашних условиях, это не разовая штучка, да, там, а это вот действительно аппарат, который долгое время, долгие годы будет вам служить. Поэтому вот та стоимость, которая заявлена, это стоимость именно за аппарат, которым вы сможете пользоваться, и не только вы, потому что это же для всех членов семьи. Да, его можно смело мыть вот водой. Угу. Я вот когда заканчиваю вот с гелем, да, работать, потом просто вот так вот водой смываю, потом полотенцем так протираю, и вот все чисто, можно как бы на всю семью брать. И годами служит, потому что он такой стойкий, можно сказать, как настолько качественно сделан, что у нас это второй модель. Предыдущие мы все, к сожалению или к счастью, все распродали, и у нас вообще ни одного не осталось, поэтому мы завезли это новую, обновленную модель. Калиспа Плюс, почему он называется Плюс. То есть доработали еще лучше. Да, но было розовенький, стал такой черненький сейчас, и Плюс... Это потому что мы мужья тоже, знаешь, там раз-раз-раз по душам. Почему бы нет, у нас много мужских пользователей. Но да, вот такой, благодаря такому натуральному цвету. И почему он стал Плюс? Калиспа Плюс у нас... Ну, можно сначала вот показать комплектации. Смотрим. Вот, вот коробочка такая. Вот. Минимализм. Такая красивая коробочка. И внутри коробочки вот у нас мануал на японском языке для тех, кто понимает японский. А почему нет? Можно выучить. Вот и на русском языке мануал. Все здесь подробно прописано. Карантинный талон. Дальше. А вот зарядка, вот сети заряжается, ну, это японский аппарат, и вот переходник такой переходничок, сразу. Да, супер, да, дальше, подставочка для зарядки, ну, вот так выглядит, и вот сам аппарат Калиспа Плюс,
вот такой вот симпатичный. Но сегодня просто, ну, я повторяю, скидка просто нереальная. Еще вот. Причем премьера, мы же сегодня впервые с тобой его обсуждаем, да. Потому что до этого мы, когда виделись, мы говорили про маски для Медилинка, лица. Да, которую мы сейчас чуть позже перейдем, вернемся к нему. Да. Но сегодня еще состоялась вот такая классная премьера, презентация аппарата, который поможет вам подготовить свое тело к лету и вообще, в принципе, держать его в тонусе. Да, и причем, заметьте, что мы с вами говорим не только про направленность в отношении женщин. То есть можно использовать для всех членов семьи, там, мужчине, да, или там женщине. Если мы говорим про возрастные группы, с какого возраста можно использовать? Широко. Я бы не ограничивала. У нас пользователи, клиенты... Ну, минимум хотя бы. Вот с какого разные. Возраста? Но так как это как бы кавитация, да. Как только целлюлит появляется, так... Сразу можно начинать. Понятно. Ну, да. Как проблема обнаружена, так над ней работаем. Но это не только целлюлит. Видишь, мы там зона рук, да, если дряблость. Кто резко похудел, такое тоже бывает, да, когда вроде бы похудело, а тело какое-то вот... Висит. Да. Или после, кстати, есть еще клиентка после родов. Да, животики, вот эти вот ловушки жировые на самом деле есть на теле у каждого человека. И вот Юра задает вопрос... А мужчин целлюлит бывает? Юра, вы же мужчина, напишите. Но вот нам подсказывают, что не бывает, потому что кожа толще, да? Ну... Или почему? Особенность? Вот они особенные какие, да, мужчины без целлюлита? Так, а кто резко пополнел? А вот если, например, когда там несовершенство кожи, дряблость, растяжки, как вот с этим, да? Помогает подтягивать и... Смотрите, вот для тех, кто не для цели кавитации, то у нас есть, так, либо кто не любит РФ, или сегодня не хочу ЕМС, хочу только РФ и кавитации. Тут можно вообще нулевой поставить, ноль, а только ЕМС, например, кавитация ЕМС. Либо ЕМС нулевой поставить и только РФ. Вот. Да. РФ нагревает, причем не нагревает не так, как вот обогреватели поверхности, а изнутри кожи нагревает. Но это такое. То есть это другая технология нагрева, то есть это не внешняя, а внутренняя. А вот если, например, победителя уже выбрали, поэтому по поводу кавитации мы разобрались. Смотри, если мы говорим, вот девушка здесь задавала вопрос на тему того, что, например, с массажем, как можно чередовать? Вот Екатерина. Ой, отличный вопрос. Массаж мы рекомендуем после процедуры с Кависпа плюс, потому что мы с Кависпой нагреваем и улучшаем кровотоки. Ну, разгоняем, вот сейчас да? Вот Ксюша почувствовала чуть-чуть нагрев, да? Почувствовала. Да, вот чувствуется нагрев, и получается расслабляются мышцы, и жировые, как сказать, жировые отложения тоже нагреваются, но когда жир нагреваем, это же растает, правильно? Ну, вот в таком вот состоянии массировать будет идеально. То есть сначала кавитация. Да, потом массаж, да? Потом массаж, либо вот как я люблю делать, сначала кависпы пройтись, а потом в ванной полежать. Тоже хорошо. Ну, потому что это все. То есть такой выходит. Комплекс, да. Да, вот в идеале, если у вас есть там какой-нибудь ролик массажный, либо аппарат, сейчас вот модные вот эти пистолеты, вот эти вот массажные у вас есть предметы, то рекомендуем после процедуры кависпа. Вот. Что я еще хотела рассказать о фейсе. Лицо, да, давай. Так, как я уже сказала, наш вот гель EMS Shape гель, он подходит и для лица. Сейчас вот немного мы сделаем, приложим сюда. Вот. Так, держи. Доверили? Не-не-не, вот так, да, вот так. А, то есть сама уже будешь, да, делать? Понятно. Сейчас, секунду. Сейчас. То есть гель обязательно носить, чтобы это был некий проводник. Или воду можно, да, то есть не на сухую кожу. Да, но на самом деле через гель удобнее, потому что скользит хорошо.
Ребят, про питание вы сами все знаете, мы не забыли сказать. Это ваше дело, как вы питаетесь, но работать над кожей тоже нужно. Питание, кстати, хорошее тоже. Хорошее. Вопрос, потому что на одном аппарате не похудеешь, но это понятное дело, и на одном... Так вот, я про это и говорю, что мы об этом не то чтобы не сказали, это само собой разумеется, здесь мы просто не прям вам протокол похудения выдаем, а питание это вы сами решаете. Питание и, конечно, рекомендуем количество воды, да, выпить. Плюс... как бы физическую нагрузку никто не отменяет. Конечно. Да. Так, включаем, выбираем face. Обратите внимание, что кави не горит. Индикаторы, значит, в режиме фейса кави отключается. Так, и РФ ставим двойку, а ЕМС пожалеем Ксюшу. Так, вот держи. Ксюша, будешь вот готова, говори. Я готова. Нет, так, я имею в виду, если повышать степень. Овала, да, вот так медленно. Как гладить лицо. Не бойся. Нет. Чувствуется. А после какого количества процедур заметен результат? Ну, у кого, ну, по-разному на самом деле, но после месяца уже, но я... Даже после первого раза чувствуется, как кожа становится мягче. То есть, конечно, сразу не похудеть, но жировые отложения — это всегда такой немного зажатые, как сало, да? Ну да, потому что это достаточно плотное тело, но при этом рыхлое. Вот именно жировая прослойка, и с ней надо работать, и, естественно, это труд не одного дня. Но смотрите, что если мы говорим про лицо... Да, то это достаточно быстро сразу результат. Да, у нас есть различные аппараты для лица, о которых мы рассказывали, в том числе медилифты. Но в чем плюс у Кависпа? Благодаря большой площади прикосновения, целый блинчик. Да, благодаря этому у нас многие клиенты берут именно для лица Кависпа, чтобы сразу сюда вот овал подтягивать. Потому что обычно бывают такие аппараты с маленькой головкой, которые вот так по всему лицу водишь, а тут как бы взял, поднял. Площадь воздействия большая. Слушай, а хороший вопрос от мужчины прилетел. А по щетине можно массировать? Там вот через щетину будет работать? Так, можно перевести? Вот если волосы на лице мужчина. Борода, то плохо чувствуется. Ну, естественно, как бы волосы мешают. Но если здесь борода, но вот сюда, например, у кого там висят, то... Надо бриться, короче. Ну да, лучше на бритой коже. Так, что там еще? Так, по вопросам, в принципе, я все параллельно тебе зачитывала. Относительно того, что вот через какое время виден результат. Так... Что можно использовать, если во рту имплант? Это хороший тоже вопрос. Но на самом деле это электромиостимуляция. Возможно, вызывает дискомфорт. Но это из-за того, что там не только зубы, да? Но во время лечения зубов, например. Если дискомфорт, то лучше не нужно. Все, поняли. Есть ли какие-то противопоказания? Ну, противопоказания стандартные. У нас есть как бы перечень этих подробных описаний. Да. Можете тоже увидеть у нас на официальном сайте, Инстаграме. И, можете в чат Озон тоже спрашивать. Да. Но стандартно как бы беременным кормящим нельзя, потому что мы на них не испытывали. Да. Да, лучше уже после, да, вот я как уже говорила, после родов у нас многие покупают, чтобы живот... Потом заняться собой, да. Собрать, да. Да. Так, в инструкции все написано. Также переходите в карточки товаров, задавайте вопросы непосредственно в Инстаграме, потому что Инстаграм бренда тоже отмечен. Смотрите, вот здесь. Дальше вы можете перейти на сайт, вы можете перейти в карточку товаров, задавайте вопросы, задать вопрос. Плюс ко всему, не забывайте, это новинка, премьера, поэтому пока нет отзывов, но здесь сейчас вы можете задать все вопросы эксперту бренда. Также здесь
здесь все очень подробно написано, для чего, зачем, как использовать в карточке товаров. Комплектация указана, вы можете ее также посмотреть. Ну и, конечно, обратите внимание, что сегодня для вас скидки. Скидки отличные. Мы с вами говорим, да, про аппараты для себя, для красоты, для здоровья, косметологической направленности. То есть это мини-салон у вас дома, мини-салон относительно размера, но качество процедуры вы можете, в принципе, действительно, вот эти перерывки между посещениями, перерывы между посещениями салона, вот заниматься такой вот профилактикой и классной проработкой проблемных зон. Да, у меня даже была одна клиентка, она косметолог, ну, профессиональный, она брала две таких кависпа на две руки. А, две руки, да, да, класс. Да, она, значит, у меня купила две кависпы и делала своим клиентам, родным, друзьям. Ну, она вот так вот делала на две ноги сразу, ягодицы. Спина. Супер удобно. Да, да, да. Слушайте, это классно. Так, сколько по времени может занимать одна процедура? Вот ты говорила, что одну зону мы сколько? 10 минут, да? Да, 10 минут мы рекомендуем, потому что, ну, чтобы действительно как бы чувствовать этот РФ, ЕМС, кавитация, то вот сейчас я покажу еще такой хороший пример применения. Это вот наши все, мы любим вот эту часть. Животик. Животик. Тоже, например, вокруг, ну вот сюда вот 10 Ой, минут. Ой, Ксюш, показала она свой животик. Вы могли модель найти еще страннее, худее, красивее? Так. Кстати, тут есть уже. Ой, не начинай. Так что мне будет полезно. Давайте не будем. Вот выберем наш гель. Давайте, кстати... А если ты со мной согласна, Наритаки-сан, у нас сегодня же есть три розыгрыша в процессе нашего стрима. И у нас многие писали про проблемную зону животика. Давайте напишите свою историю, связанную с похудением, с набором веса или с борьбой с животом. Вот когда у вас, если это проблема, напишите свою историю, с чем сталкивались, с чем сталкивались, с своим животиком, какие сложности были. В общем, пишите свои истории, представители бренда сейчас будут отслеживать чат, и самому интересному, креативному, активному зрителю сегодня в подарок будет вот такая сыворотка для кожи вокруг глаз, да? Да. Вот, так, мы уже это подарили. А, да? А теперь второй подарок. Второй какой? Подарок у нас будет Медилифт гель. Вот этот, которым ты сейчас работаешь? Нет, который вот баночка. Вот этот? Да. А его как использовать? Его, он тоже такой увлажняющий, очень легкий, приятный гель. Мы его чуть позже сейчас вместе с Медилифт Ай будем показывать, как пользоваться. Угу. Хорошо. Так что вот этот гель может стать вашим. Пишите свои истории, связанные с похудением или с набором в области животика. А сейчас мы будем тестировать на Ксюше его. Ладно, двойку поставлю. Так, все. Но если вы кому-то делаете, то обязательно прикасаться к человеку, чтобы вот электроды, такой круг был. Да? Не так, чтобы вот так одной рукой. А что будет, если одной рукой не прикасаться? Это будет неправильно... Как ход процедуры? Да, что вот мне должен быть круг. Ого, вот это круто. Есть? Как? Расскажи. Так, я чувствую ток. Ну, это приятно. И как будто бы внутри все шевелится. Как будто, возможно, жир, я не знаю что. Как будто там передвигается что-то внутри. Ну, вот так вот в одной области 10 минут. Ну, представьте, что вы лежите в ванной. Угу. 10 минут просто. Там включили видео какое-нибудь. Да. И... Киношку смотрите параллельно, да. Или наш стрим, почему нет? Можно вот так вот переходить в бока, которой у Ксюши нет. Вот я говорю, вот Ксюш, ты, конечно, девчонка неплохая, но вот ты знаешь, со своей фигурой дразнишь нас тут сидишь. А может быть, кто-то сейчас пельмешки ест? А вот будешь классной мотивацией, кстати. Вот самой. А самой как? Удобно? Самой, да, тоже удобно. И такие же ощущения, как будто там все проминается, действует. Класс. А побольше не готова пока? Готова, можно. Давайте побольше сделаем. Так, хоп. Это тройка. Ух ты! Да? А теперь что?
Ну, сейчас помощнее, и как будто там все массируется изнутри. Класс. Ну, это интересно. Такое ощущение, что внутри прям вот да, кто-то тебя массирует, да? Как будто мнет кто-то тебя. Это EMS, электромиостимуляция, как раз о которой мы все время с вами говорим. Электромиостимуляция в версии КВИСПА плюс, а здесь высокочастотная. У нас в предыдущей КВИСПе была низкочастотная электромиостимуляция, а здесь высокочастотная. Слушайте, на самом деле, как оказалось, проблема вот области живота очень знакомая нашим зрителям, потому что столько историй. Я просто смотрю, много, что здесь да? и мамочки, да, и за две беременности 25 килограмм, и все ушло в живот. Принесла три кесарева, хочется с помощью процедур подтянуть животик и кожу. Мне муж с сыном подарили велотренажер, но этот способ похудения не для меня, мне надо для ленивых. Ну, смотрите, здесь тоже не получится просто лежать на диване и массировать себя круглыми сутками. Все-таки, если мы хотим фигуру мечты, для этого нужно приложить немного усилий. Да, это как минимум прогулки на свежем воздухе, а сейчас весна. Гуляй не хочу. Вот ходите, хотя бы движение добавляйте. Питание и вот как раз-таки аппараты, которые помогают. Вечерком просто вы все равно есть у вас время... минут 20-30, когда вы просто зависаете, например, там, YouTube включили. Наушники или... и пошла. Да, да. Ну, это очень... И вот, кстати, Александр написал, чем больше ходите, бегаете, прыгаете, тем больше жира сожжете. Вот хотя бы с ходьбы начать. Мне кажется, это очень круто. Тем более по весне сейчас это лучше, чем ничего не делать. Да. Так Ксюша у нас все в релакс ушла. Да. Там все пульсирует. Да, да, дергается. Но после весны мы помним, что будет что? Лето. Бикини. Желательно бы. А не вот парашюты. Поэтому, друзья, давайте готовиться к лету, потому что реально, мне кажется, купальники... Я сегодня, кстати, заказала, мне привезли классный купальник. Я так думаю, так, купальник-то классный, а вот теперь бы все остальное привести в порядок. У нас у всех одинаковые проблемы. И даже вот Ксюша тоже, казалось бы, да, фигура потрясающая, но тоже в себе находит вот эти вот, и она знает свои ловушки, поэтому у каждого есть свои проблемные зоны, которые нужно прорабатывать. И круто, что это можно делать вот так вот дома, да даже просто смотрите фильм. Раз-раз, наколдовали, да. Это лучше, чем ничего. Калиспа, но я говорю, это модель наша у бренда Yaman. Модель такой популярный был, что... Ну, какое-то время было на стопе. Мы ждали. Вот сейчас долгожданное поступление новинок. И сегодня скидки. Скидки крутые. Да, сегодня причем день премьеры. Обычно, когда вот вспомните, гаджеты выходят, те же телефоны, в день премьеры все там, начиная с начала улицы и до магазина, стоят в очереди по полной цене. Здесь же, смотрите... Для вас сегодня практически 6 тысяч рублей скидка на вот как раз-таки данный аппарат, который мы только что обсуждали, для тела и лица. Плюс ко всему, смотрите, вы можете также, мы сегодня поговорим про маску, да, косметологический аппарат для зоны вокруг глаз, ну и, конечно, сопутствующие вот как раз-таки косметологические средства, которые помогут, хотя вот сыворотку у нас для глаз уже выиграла Марта. Сейчас у нас может кто-нибудь победить и выиграть вот гель для лица. И на самом деле, ты знаешь, очень много крутых историй. И они все достойны, историй много. Вот как раз я читала, вот за две беременности набрала 25 килограмм. Большая часть уже ушла, но продолжаю работать над собой, начинаю себе нравиться. Это очень круто. Оль, мы вам желаем вообще успехов. Но давай я тебе предлагаю, чтобы твой счастливый случай и палец... выбрали победителя рандомно. Потому что вот мне кажется, то, что эта история достаточно такая тревожная для многих из нас, там, животик, бочка, и так хочется, чтобы у всех были шансы равны, потому что истории у всех свои, со своей болью. Поэтому давай, только смотри, как мы делаем. Ты делаешь рандом, выбираешь, нажимаешь, и вот даешь секунду, чтобы мы сделали скрин и увидели, чей комментарий. Не сразу убираешь палец, хорошо, а чуть оставляешь. Так, давай отмотаем в конец. Вот, сейчас конец. И ты просто вот вверх и потом остановись, ладно? Тин-тик-тин-тик-тин-тик-тин. Хоп. Тик-тик-тик. Так, все, Юля.
Юля, я вижу. Давай сделаю скрин. Так теперь убирай палец. А, Юра! Юра! Да, Юра, мы тебя... Так, а я просто женился, меня сначала жена раскормила, а теперь ругается. А я ей говорю, это госзапас. Кстати, Юра, вы сегодня активный гражданин у нас здесь. Юра Г. Напишите быстренько адрес электронной почты или свой аккаунт в Инстаграме. Мы вас поздравляем, вы победили, выиграли вот такой крутой гель. Как его использовать? Ты расскажешь нам, да? Да, мы сейчас переходим на Medilift Eye. Вот такие вот маска, очки, которые у вас уже знакомы вам. Клевые, крутые. Да. Многие писали, что буду похожа на Бэтмена. Да, будете да, похожи на Бэтмена. Женщина-кошка, да? Да. По-японски, по-русски. Женщина-кошка. Так, он из... медицинского силикона. Да. Почему называется Medilift? Потому что сделан из высококачественного медицинского силикона. Medilift. Ну, лифт это из... Лифт. Лифтинг. Да. Да. Так, мы сейчас будем на Ксюшу это... пробовать. Да. И берем, ну, попробуем через серум Medilift. Через гель вокруг глаз, да? Который... Да. Ну, можно вот это и вот это. Так, тут все уже шутят, что вот жена Юры его раскормила, теперь за это получает подарок гель. Юра, напишите только адрес электронной почты, обязательно. Юра Г. Юра, мы победили. Юра, да. Поздравляем, но мы Юре должны сказать, что сегодня скидка на Medilift Eye, да. С чем можно использовать этот гель. Да. Вот, вы, пожалуйста, сейчас напишите адрес электронной почты или Инстаграм. И тут уже девушки, знаешь, шутят, так что Юра, конечно, молодец, но у него нет целлюлита, ему это не надо. Его жене нужно, девочки. Так, мы... Юрочка, напишите адрес электронной почты или Инстаграм. Так, переходим так, к любимой масочке Medilift Eye. Вот мы, вы уже знаете. Ну, ты тоже знаешь. Круто. Хорошо. Я ее даже пробовала, надевала, помнишь? Вот. Да. О, кстати, гель-то 4000 сейчас стоит со скидкой, которую Юра выиграл. Так, мы берем тогда, ну, раз Юра выиграл, на один глаз Medilift гель, а на другой... Юра выиграл. Так, смотрим. Вот давай еще раз расскажем, что вот эти штуки... Электроды, пультики, да, отнимается. Так, да, можно коробочку. Комплектация, да, смотрите. А, то есть сразу какую получают, да, при покупке. Вот здесь есть инструкция по применению. Да. Да. И вот маска отдельно. Пультики и зарядочка. А так, зарядки нет. Зарядка есть на самом деле. Да. Вот. Зарядка. Значит, вы получаете в наборе саму маску, два пункта управления и зарядку. То есть так. Полный комплект. Также инструкция будет по применению на русском языке включительно, поэтому вам больше ничего докупать не нужно будет. Так, смотрим. Значит, R. L, ну, право, левый. Да. Смотрим и сюда вставляем. Раз. Кстати, Юра, молодец, отписался и указал свой адрес электронной почты. Так. Берем также наши все гаджеты. Работает только через проводника. Помним, вот. Да? Да. Вот, пожалуйста. У нас, конечно, прекрасная линейка косметики, проводников, но в то же время... Я должна сказать, что мы не навязываем к своей косметике. Угу. Если есть у вас своя любимая косметика, сыворотка, лосьон, также мы помним, да, что одноразовая тканевая маска, да. Она подходит для использования Medilift. Угу. Если у вас есть, ну, обычная там, даже за 100 рублей, например, да. Да, на каждый день, который вы пользуетесь, тканевую масочку открыли, надели, И сверху уже вот, эту но маску, главное, да. Чтобы между кожей и маской, ну, была жидкость. Угу. Да. И, кстати, девочки, вот Юру сейчас многие поздравляли. Первый раз лично у меня он выиграл, причем сделал это рандомно, потому что пальцем определили вот просто рандомом, что победитель именно он. Так что не наговаривайте. Так, значит, берем гель. Угу. И куда его? Так, вот на две точки. Вот. Раз, два. Где передается действие EMS, электромиостимуляция именно с этих точек. Да. Так, мы сейчас пробуем на другой глаз.
серум. Угу. Потому что он специально, специальный для области вокруг глаз. Угу. Угу. Так, берем сюда. Раз. Тоже столько же, да? Да. Не жалейте, угу, чтобы хорошо чувствовать электростимуляция. Ну, угу. Вот так, раз. Идем к Ксюше. Ксюша, так. Вот тебе сегодня повезло. У нас девчонки многие пишут там в комментариях, что а как стать такой вот Ксюшей, прийти, чтобы для тебя проверили, протестировали все эти аппараты. Поэтому, так, знаешь ли, Ксюша, многие хотят оказаться на твоем месте. Ксюша, конечно, молодая, красивая, но наверняка вот у нее устают глаза, например, когда она долго в смартфоне ковыряется. А ты отекаешь? Бывает, да, да, да. Утром. Отеки бывают? Бывают. Все, все мы люди. Вот и выяснили. Так. Нужно зафиксировать сзади, да, и наверху. Чувствуется, да, прикосновение точки? Да, да, очень даже. Все, красиво. Артем, я, может быть, упустила ваше сообщение, поэтому извините. Так, включаем. Здесь вот кнопка питание через силиконовые маски. Надо с двух сторон, да? И правый, да, и левый. Одновременно. Управления. Правда, они друг с другом не связаны. Угу. Ну, включаем одновременно, чтобы было приятно. Так, сейчас ничего не чувствуется, потому что нулевой уровень. Здесь, да, только нагрев. То есть сейчас нагревается. Угу. И чтобы сработала электромиостимуляция, мы нажимаем плюсик, чтобы единица была. Да. Сейчас будет интереснее. Тоже одновременно. Есть? Что-нибудь включилось? Пока я не ощущаю ничего. Не ощущает она. Тогда нажимаем. Не ощущает она. Сейчас тебе побольше поставят. О! Что чувствуешь? О, пульсация. У тебя даже по глазкам видно. Не сильно? Нет, не сильно. Так, все. Вот здесь вот видно на веке, да. Дергается. Да. И что даст эта миостимуляция вот именно на глазах? Электромиостимуляция, да, не просто стимулирует. Чувствуется, да, что разные волны. Помните, на две точки мы наносили гель, нанесли, да. Вот сюда и сюда нанесли. Значит, вот эти две точки, вот между ними работает именно волны электромиостимуляции. И так, расслабляет напряженные мышцы. И в то же время подтягивает, угу, такие, подтягивает вот области, нагревая, да, одновременно. Ну, как ощущение? Очень приятное, оно здесь все нагревается, и как будто тебя постукивает чуть-чуть, но это приятно, все пульсирует. А сколько даже вот этот сеанс по длительности должен быть? 10 минут, и аппарат сам отключается. А, то есть он не дает больше. Ну, да, как не хотелось, но много тоже не нужно. Ну, вот за один присест вот 10 минут можно сделать, да? Да, самое удобное, что когда одеваете, у вас руки свободны. Угу. То есть все надели, забыли, и можно другими делами заниматься. Угу. Но, правда, когда делаешь, так приятно, что ничего не хочется делать. Можно посидеть, да, да, выдохнуть. Кстати, давай повторим, потому что у нас вот сейчас Марта подключилась. Я, наверное, прослушала, а почему с двух сторон разные гели нанесли. Потому что просто у нас было два победителя до этого, да? Да, и мы показали, что можно с любым средством. Да. Ну, на самом деле, для Medilift Eye очень рекомендуем вот именно такой серум, потому что он предназначен именно для области вокруг глаз. Угу. Он такой приятной текстуры и антиморщин, да, крем, угу, крем-серум, ну, такой, ага, густой, приятный. Хорошо, а гель у нас просто вот победил Юра, поэтому тоже вот, да, вот увлажняющий, увлажняющий гель, его подарок. А так можно вместо этих гелей просто нанести, надеть одноразовую тканевую, да, маску, которая, да, наверняка на Озоне очень много продается. Угу. И смотрите, сейчас во время стрима самые выгодные цены, поэтому вы можете прямо сейчас заказывать. Да, для нас с вами это пока новинка, скажем так, данная
культура ухода за собой к нам только приходит. Это японские технологии. Япония уже давно позволяет себе домашние косметологические аппараты, к нам это только приходит. Мы привыкли к маскам вот именно тканевым, да, одноразовым. Ну, там всякие... В данном случае это, да, маски другого плана. Это полноценные косметологические аппараты. Поэтому вас стоимость для начала может удивить, но на самом деле это многоразовая для всей семьи маска. Вот, кстати, расскажи, пожалуйста, как за ней ухаживать после того, как мы сделали процедуру, вот для того, чтобы, например, второй член семьи ей воспользовался. Что нужно сделать? Маску снимаем и вынимаем оттуда эти электроды. Электроды не водостойкие, их мыть нельзя, протираем аккуратненько салфетками, полотенцем. Да. А саму маску силиконовую можно смело мыть, так как это медицинский силикон, и просто повесить как белье. Да. И готово. Хорошо. Слушайте, на самом деле у нас постепенно стрим подходит к своему концу. У нас остается достаточно мало времени. Вопросы я мониторила, в принципе, старалась задавать абсолютно все. Так, маска обязательно нужна для сыворотки? Да. Повторяем, что для наших всех гаджетов обязательно нужен проводник. Да. То есть у нас, да, есть прекрасная линия косметики проводников. Вот гели на водной основе, они такие все легкие, питательные и увлажняющие. Также вы можете через воды, например, но для масок не подходит воды, но для кависпы больше. Одноразовая тканевая маска. Да. Патчи не подходит, потому что патч это... гидрогелевый, да, обычно, но такой вот материал, который нам не подходит. Вы можете брать свои любимые какие-нибудь лосьон, тоник, сыворотка, гели, но без содержания масла желательно, потому что масло может повредить аппараты. Да. Также со содержанием скрабов тоже не рекомендуем, потому что это будет... Ну, травмирующие частички, да. Частичек не надо. Так что... Да. То есть средства без аппаратов не работают? Как средство, это должна быть жидкость. Да, потому жидкости. Что здесь идет немного другое воздействие, оно не просто, да, механическое. Сам аппарат работает без ничего, но вы не будете чувствовать. Ну, должно быть, ну, что-нибудь, да. Но это же не вот такой вот массажер какой-то, да, который просто вот физически воздействует на внешних слоях кожи. Это более глубокое воздействие, для которого, да, нужен какой-то вот проводник, даже хотя бы водичка. А если для маски, которая вокруг глаз, то гель, сыворотка или, например, маска влажная, которую вы наносите тканевую. Да, но мы же все равно, когда уход... Но делаем, мы снимаем макияж, потом умываем, потом обычно, ну это, конечно, более азиатский такой подход, да, а потом тоник, либо там лосьон, а потом крем. То есть вот крем, с кремом подождите, лучше лосьон. Если у кого густой какой-нибудь лосьон, ну бывает же, да, такой, то может быть достаточно этого лосьона и сверху вот маска. Но мы рекомендуем для... того, чтобы больше ощущать и чувствовать EMS-эффект, мы рекомендуем вот наши гель-проводники. И смотри, у нас остался третий конкурс. В рамках третьего розыгрыша, что получит в подарок победитель? Так, у нас победители. Был вот этот серум, потом гель. Ну, давайте массаж. Теперь вот это. Да. Классно. Друзья, все, что вам нужно, это просто задать классный вопрос нашему эксперту. Очень просто, да. Кстати, вот из тех вопросов, которые я уже озвучивала, тоже, если что-то запомнилось особенно, ты потом маякни. Так, а что эффективнее, маска или аппарат? Мне кажется, они разные направленности. Они совсем разные, и... Вот кто-то говорил, нужен для аппарат для ленивых. Вот маска это об этом, потому что маска Медилипта одел, забыл, ну, 10 минут. Да, это маска для лица, во-первых, исключительно, для области вокруг глаз, для, ну, от мешков, например, от морщин помогает. Вот эта маска Медилипта, а именно для тех, кто хочет заниматься... Ну, решение проблемы вокруг глаз, ну, области вокруг глаз. А Кависпа плюс
Он более широкое назначение, я бы сказала, и для тела, и для лица, и больше для... Но он больше для жировых отложений, да. Мне кажется, но... да? Глаза да, все-таки, подтяжки, да. Это другое. Да. А, так, а тут вопрос персонально и лично тебе. Да ладно. Да. Мне страшно. Ничего страшного, тут не номер карты просят. Так, какими продуктами пользуется эксперт бренда? Эксперт бренда Эрик Косан пользуется абсолютно всеми подряд. Представляете? Ну, мне кажется, это очень логично. У тебя же дома целый арсенал, но, да? Конечно, есть любимые мои аппараты, но Кависпа в том числе, потому что он у меня в ванной стоит, и, ну, как бы, нет... Ну, как сказать, всегда у меня в глазах. Но, да, да, всегда под рукой, да? Всегда да, потому что наша как психология, философия бренда, что мы, к чему мы стремимся, это наши аппараты вошли в ваши в рутин. Ну, в повседневный ритуал, ну, да, как зубы почистить, да? Часть нашей жизни, потому что если мы не видим их в жизни и купили... Попробовали, забыли, спрятали, это нет смысла, да, вот мы должны уже перейти на другой уровень. Как зубная щетка, да, вы знаешь, вот все он, пользуются. Он такой, да. Же, он такой удобный, милый, у меня всегда вот рядом с кремами, с зубной щетками, да, стоит, но Кависпа это, да, я могу прям смело сказать, что это мой любимый аппарат, но Медилифт не всегда лично пользуюсь, потому что у меня бывают какие-то... как сказать, проблемные зоны, когда на коже там, раздражения какие-то, то я отдыхаю от ухода за лицом, но Кависпа можно всегда. Вот так, друзья мои. Слушай, а вот вопрос еще от Ольги. Поможет ли решить проблему с нависшим веком вот маска или только блефаропластика? Вот мы говорим про вот эту зону. Ну, должна помочь, ну, смотря... Конечно, сложно сказать, не увидев да, этого человека проблемы, да. Но вообще лишает общую ну, зону. Ну, да. Вот ты знаешь, вот я смотрю, например, даже, и мне кажется, вот я в прошлый раз, когда тестировала эту маску на себе, мне кажется, в плане отека, вот и когда прям... изобилие, да, объема, у меня тоже нависшее веко, и когда утром я иногда просыпаюсь, то у меня вот все лежит прямо на ресницах, и мне кажется, вот эту проблему решить, но если природное нависшее веко, но, если природное, то да, но это смотрите, другое. Но вы, вам нужно понять эту технологию, что это, по сути, маска, очки, фитнес-машина, да. Потому что это как бы и расслабляет, и подтягивает, качает, можно сказать, да. Мышцы, которые мы обычно не пользуемся. Не просто ни с чего. Мы же ну, глазами пользуемся, но как-то вот мы их не массируем, ну, то есть вот эту да. зону, да, и не качаем, и не тренируем. А вот с помощью Medilift Eye вы ощутите такое, ну, можно сказать, совсем незнакомое чувство. Такая проработка мышц, да, именно да. глаз, да, это области вокруг глаз. Фитнес, фейс-фитнес. Ну, в любом случае, да, вот фейс-фитнес, и вы обратите внимание на то, что у всех нависшее веко разные, разные проблемы. У кого-то просто это избыточный отек, а у кого-то это природное большое количество кожи. И, конечно, везде свой нюанс, поэтому, в принципе, для того, чтобы подобрать каркас мышечный, да, эта маска справится, но, опять же, если у вас просто большой избыток кожи там, то, возможно... Это уже проблема другого характера. Да. Да. Так, Евгения написала, есть ли в планах разработка аппарата криополиса для домашнего использования? Так, переведешь? Криолиполис. Что такое? Так, Евгения, а теперь вопрос персональный для вас. Что такое криолиполис? Да, немного. Для домашнего использования. Так, окей, Google, сейчас мы найдем. Есть у тебя вопрос, который ты запомнила, который тебе понравился? Ну, так, ну, конечно, первый раз задали мне лично, тоже было бы... Да? Да. Классно, понравилось тебе? Метод воздействия это легче холода. Всего. Смотри, криолиполис, да, это холод на подкожно-жировую клетчатку. Здесь наоборот не холод, но вообще эту зону нужно греть. Обычно, потому что черные, как сказать, синяки, синие, черные, это же почему происходит? Потому что когда плохо,
кровотоками, да. с кровоощущением, да, то здесь накапливается и происходят вот эти круги. А когда греем, но мы же делаем это горячее полотенце, например, да, это же так приятно. Или вот этот парниковый эффект, который от патчи, там же, в принципе, просто вот патчи, От патчи немного другое, Ну да, и там же тоже идет воздействие на тему того, что просто как бы из-за недостатка воздуха и долгого воздействия вот этого вот, как это назвать, гель, не гель, то просто там вот эта кожа, она обретает тот объем, который необходим, а здесь другое немножко, да, направленности. Слушайте, если тебе понравился, вопрос лично для тебя, слушайте, как приятно сделать эксперту, вот такой вот комплимент, задать вопрос персонально ему. Давай по... Победителем будет автор, это Олька Т. Какими продуктами пользуется эксперт бренда? Мы вас поздравляем, вы получаете вот такой классный массажный гель. Гель. Напишите Олька Т. быстренько, буквально у вас на все про все одна минута, адрес электронной почты или, аккаунт в Инстаграме для того, чтобы с вами быстренько списались и вы свой подарочек получили. А вообще мы поздравляем всех наших победителей Марта. Не Марта, простите, пожалуйста, или Марта, я забыла. Юра, который победил, да, Олька. И сейчас я скажу, да, Марта, мы вас поздравляем, три победителя. Огромное спасибо нашей модели, которая сегодня раздразнила всю нашу аудиторию. Красивая, стройная, но у всех у нас свои проблемы, поэтому, друзья, решить их можно... При помощи новых технологий. Япония всегда была впереди планеты всей в этом плане, поэтому классные гаджеты для домашнего ухода. Сегодня состоялась премьера. Да, Кависпа Плюс. Только сегодня, да, скидка на Зоне? Да. Мало того, что только сегодня, а только сейчас, потому что буквально вот через час все... Не будет больше скидки, поэтому давайте быстренько оформляйте заказ, если отправили в корзину. Почему? Потому что через час скидки уже не будет. Наш стрим подходит к концу. Я вам сейчас быстренько еще раз покажу. Вы легко находите список товаров здесь на экране. Нажимайся. Вот, пожалуйста, скидки есть. Это маска для лица, косметологический аппарат для кожи вокруг глаз, который тоже сегодня протестировали. Есть также косметологический аппарат для тела и лица, который поможет вам Кависпа Плюс. Да, Кависпа Плюс. Поэтому, ребят, пользуйтесь скидками. И, конечно, 21 век. Новые технологии. Стать красивым, подтянутым. Скоро лето. Скоро лето. Это, конечно, классно, но я еще не готова. Поэтому готовимся все вместе. Олька Т, Юра и Марта, мы вас поздравляем. Вы большие молодцы. Все, друзья, до скорой встречи. Всем пока!